אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וישב, אות קוף מ"ג. ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם. מוכן ניתן לשאול שאלות בשידור חי, שאלות נבחרות או קשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת וישב, אות קוף מ"ג. אנחנו מכוונים לפתוח את ההרגשה הפנימית שלנו, הנשמה, שנתחיל להרגיש באדם, כי כל אחד הוא עולם קטן, ובו יש לנו כל ההכנות הללו שהזוהר מדבר עליהן, ואם אני פותח בי Если я раскрываю себя всем этим качеством, то начинаю видеть истинную реальность. Тогда становится ясно, как все правильно вырисовывается в его истинном виде. Действительно, кроме восприятия реальности внутри человека нет ничего остального. Мы должны на каждое определение, каждое слово, на каждое действие, которое он говорит, искать в себе, искать в нас, буквально как это здесь и сейчас происходит. И это все свойства, все мои свойства, мои желания, действия между ними. Пожалуйста. Куф мем гимель. 223 כתוב, האתה זה בני עשיו אם לא. написано, ты мой сын Исав или нет. שאמרו לו, написано, что сказали ему. רגע. ריש חף גימל. כן? 232. מה קרה לך? 223 пункт. Нашел? Малам одну бабокер. Что мы учили с утра? А дейзе от лам одну бабокер. До какого пункта мы учили с утра? То тикра решхав гимель. Давайте читать 223 пункт. Амар ваехи кедабра эль Йосеф. Было, так она говорила Йосефу. 223 пункт. Кше адам роэ, когда человек видит, что приходят к нему дурные помыслы, пусть занимается Торой, и тогда они отступят от него. Потому что мы изучаем, что все работает соответственно. Сотворил Тору. Свое начало и Тору приправу. Именно сомнения, которые приходят. Хорошо, что они приходят, потому что они приходят как новый материал. Если человек работает с этим новым материалом, он строит новые ступени, каждый раз поднимается. Поэтому люди, которые хотят подняться, они как раз любят путаницу. Всякие помехи, которые каждую секунду пробуждаются. А если они и не пробуждаются, то они сами ищут. Не то, что они ищут проблемы, как принято говорить в нашем мире. Они прикладывают большие усилия для того, чтобы проверить, что наверняка в нем, в человеке, есть что еще исправить. Если не раскрывается им сверху, то самостоятельно должен каждый раз раскрыть. Потому что все продвижение идет по пути, создавая злое начало, создал Тору приправу. Нужно все время искать злое начало, все время то, что противостоит цели, любви, любви к ближнему, приходит свет Тор и продвигает к правильной цели. Поэтому, когда человек видит, что приходит сомнение к нему, чтобы пусть занимается Торой, это проблема и решение. И тогда они пройдут от него. Они отступят от него не тем, что они исчезнут, а все эти сомнения перейдут на более высокий духовный уровень. Когда эта сторона зла приходит соблазнить человека, он должен привлечь его к Торе, она отстранится от него. Только через зло, то есть злое намерение ради получения, чтобы появилось намерение ради отдачи, на то же раскрывшееся желание. И тогда желание он оставляет, но меняет намерение.
224 пункт. Как мы знаем, когда эта сторона зла стоит перед Творцом, чтобы обвинить мир за дурные дела, сделанные ими, Творец проявляет милосердие к миру и дает людям совет спастись от нее, дабы не смогла она властвовать над ними и над делами их. То есть здесь проблема, как будто все не из одного источника, и зло и добро исходят из одного источника. От Творца, который создал всю реальность, и нет никого кроме Него, что значит, что Он проявляет милосердие к вещам, которые Он сам посылает. Но здесь говорится о управлению в двух линиях, когда мы в них находимся, чтобы дать нам свободный выбор, чтобы дать возможность проявить себя. И каков совет? Это пытаться работать в Торе, и будут спасены от него, как написано, поскольку свеча — заповедь, а Тора — свет, чтобы уберечь тебя от женщины злой, от льстивого языка чужой, ибо Тора оберегает от злого начала. Тот цвет, который создал нас, тот цвет, который разбил нас, тот цвет, который создал нас, эгоизм, желание получать, всевозможные дурные помыслы, именно этот цвет исправляет нас и приводит к единству и к подъему окончательному только при условии, когда мы пожелаем этого. То есть должно быть здесь в исправлении нашего участия, что мы согласны, что мы желаем. И в соответствии с уровнем согласия существует воздействие света на нас. И это согласие требует от нас понимания, ради чего все происходит, каким образом происходит, что будет со мной, кто я сейчас, почему Творец таким образом все создал и так далее. То есть согласие не просто так сделано, но я должен знать для этого весь механизм, все начало, причины и следствия. С начальной точки творения до конечной. Это называется согласием, когда я могу сказать «я хочу». И в этом согласии человек приходит и с помощью нее постигает и чувствует, как и сам Творец, и двое становятся как одно целое, это состояние называется слиянием. И это сторона скверны, другая сторона, которая всегда стоит перед Творцом, чтобы обвинять за грехи людские, и всегда стоит внизу, чтобы обвинять людей. И он стоит внизу, чтобы напоминать, обвинять людей за их дела, ибо отдано ее в руки, в ее власть, подобно тому, что сделала Иову, когда сказал Творец Сатане, вот он в руке твоей. 226 пункт. И так стоит над ними, чтобы обвинять и напоминать о грехах, во всем, что они сделали. В те времена, когда Творец пребывает над ними в суде, в Рош-Ха-Шана, Новолетие, и в Йом-Кипур, День Искупления, тогда стоит, чтобы обвинять их и напоминать о грехах их. А Творец проявляет милосердие к Израилю и дает им совет, как спастись от нее. С помощью шофара в день Рош-Ха-Шана, а в Йом-Кипур, с помощью козла отпущения, которого дают ей, чтобы оставила их и занялась той частью, что ей дали. То есть Творец все время, он смотрит, несмотря на то, что есть времена для добра, времена для зла, есть самые разные
состояние, продвигается в самом духовном. В духовном нет времени, нет изменений, все постоянно и совершенно. Если духовное совершенно, так не может быть, чтобы были изменения в любую сторону. Но мы, относительно нас, все время происходят изменения, пробуждаются новые решимот. Согласно этому мы ощущаем, что решимо, которое реализуется в нас, меняется жизнь, меняется окружение, мы в нем. Мы меняемся внутри окружения. И поэтому мы говорим о времени, движении и пространстве. Улам шана нефеш, то, что называется. Если человек поднимается, поднимает себя выше этого, желает, чтобы все времена, то есть любые состояния, все виды влияний, и внешние, и внутренние, и решимот, все было бы соединено ради цели, единой цели. Состояние, которое человек определяет для себя, как состояние, в котором он желает быть, тогда он поднимает себя выше движения времени и места. Несмотря на то, что проходит состояние, он проживает их, он не поднимает себя буквально, но он делает так, что несмотря на все времена, которые проходят, все эти времена действуют ради его пользы. Потому что и хорошие времена, и плохие времена, он упорядочивает свыше. Как это выглядит? Если время плохое, так тем, что он поднимает, приподнимает себя над ощущениями, над, собственно, состоянием, которое раскрывается. Тогда он видит то, что называется шофар, сирзазель, молитвы, что такое свойство суда один. Он раскрывает именно их в таких состояниях, очень особенных в своей мощности и по своей возможности продвижения. И он действительно именно в них продвигается больше всего. Все зависит от намерения, от подготовки и готовности человека с помощью группы, которая строится, выстраивается, воспользоваться и хорошими, и плохими временами, как одним. Пожалуйста. 227 пункт. Ноги ее не сходят к смерти, а о вере сказано: пути ее — пути приятные. И это пути и тропы Торы. И все они едины. Иными словами, все пути, как скверны, так и Торы, едины. Это мир, а то смерть. И они совершенно противоположны друг другу. И каждый путь скверны противоположен соответствующему пути святости. Но параллельно существуют якобы возможности, как продвигаться, или в нечистоте, или в святости. Есть, возникает вопрос, как можно продвигаться в нечистоте? Это же путь, это же тупик. Или наоборот, как бы регрессия, спуск вместо подъема. Силы скверны устроены таким образом, что все равно приводят нас к ответу. Мы все время возвращаемся к добру. Но это берет время, это удлиняет дни, то, что называется, множество ударов, страданий. И все это, когда вместе вырисовывается, действует на человека так, что он не может больше это вытерпеть и возвращается. И прежде весь этот путь злой, который казался ему неправильным, выглядит теперь как правильным. То есть мы говорим, что всегда перед нами есть духовное в виде Ахапа Высшего, который темный. Он видится нам как тьма. А что с этим делать? Духовное не видится мне хорошим. Это любовь, отдача, любовь к ближнему, работать высшие знания, соединиться с товарищами, с теми желаниями, которые
требует божественности, подъема. Мне, то есть вся работа будто бы я представлял себе как успехи в духовном. Не в эго, как мне это казалось. И вдруг это выясняется, что как мне к этому относиться. Поэтому высшая ступень мне видится как тьма, недостаток желания, недостаток возможностей, нет смыслов. Это то, что передо мной раскрывается. Я не знаю, что мне делать. И нехорошо, и не стоит, и может оставить, и отдыхать. Я стараюсь убежать от этого противостояния тьме. Я начинаю чем-то заниматься, что-то смотрю, что-то пробую. Как-то вывести себя от этого ощущения плохого. Что делать? Если не преодолеваем с помощью окружения, если не находим силы для преодолевания, то что же я делаю? В конце концов, я убегаю. Вхожу в виток, который приводит меня к множеству проблем, страданий. И тогда то самое состояние, которое казалось мне как тьма, та духовная ступень, теперь кажется мне, что все нормально, я пойду на это. Уже видится мне хорошее относительно тех страданий, которые я получил. То есть Творец таким образом все равно заставляет меня продвигаться. То, что называется «жаль времени». 228 пункт. «Счастлив удел Израиля, которые сливаются с Творцом, как должно, и Он дает им совет, как спастись от всех других сторон в мире, так как они — святой народ для его наследия и его удела. И поэтому дает он им совет во всем, счастливы они в этом мире и в мире будущем». Что называется, что Творец любит Израиль? Кадош Баруху, Творец, это за рампин мирацелут, средняя линия. Таким образом, Он хочет управлять нами. Но для того, чтобы мы соединились с Ним, мы действуем с двух сторон, так, чтобы мы самостоятельно соединили в себе эту среднюю линию, и тогда мы присоединяемся к Нему. Я нарисую. Из точки единства, где мы находимся, то, что называется Эн-Соф, бесконечность, или мир бесконечности, где мы существуем, действуют на нас две силы. Сила левой линии и сила правой линии действуют на нас таким образом. А я нахожусь здесь, внизу. Это решимо, точка в сердце. Решимо. Решимо. Что же мне делать? Творец относится ко мне прямым образом, напрямую. Это называется или же Тиферет, или средняя линия, или Зарампин. Кадош Баруху. Неважно, как это называть, свойство отдачи, любви, которое обращается ко мне. Я должен из двух этих сил соединить в себе желание, увеличить его, сделать его таким образом, чтобы вместо точки появилось кли для восприятия. Это кли может появиться при условии, что я присоединяю к себе, группу. Группа может быть несколько отдельных товарищей, это не обязательно должна быть большая группа. Так, я взял с левой стороны дополнительные желания.
противоположные, которые не желают, чтобы я был соединялся. С правой стороны я потребовал света, окружающего света, а с левой — это сила эго, сила желания. И из этого я составляю кли. И это кли выражает какую-то меру отдачи относительно Творца. Это называется «один получает как один». Тот, кто старается выполнить эту работу, он называется Ишар Эль, прямо к Творцу. Исраэль получилось. Тот, кто работает против цели, называется, что он работает против, напротив цели, называется Кадош Баруху, Творец. И появляется контакт между ними, между этими двумя силами или намерениями, которые называются. И называется, что Кадош Баруху, Творец, любит Исраэль. Каждый, кто направлен прямо к Творцу, желает уподобиться ему, то появляется как против этого помощь и любовь. Пожалуйста. 229 пункт. Когда эта сторона зла спускается и блуждает по миру и видит дела людей, поголовно извративших пути свои в мире, она поднимается наверх и обвиняет их. И если бы Творец не жалился над делом рук своих, не остались бы они в мире. Потому что, конечно, человек, который находится только в своем желании получать, он не способен ничего сделать с самим собой. Только если влияет на него свет, пробуждается в нем решимо, мы изучаем, что после разбиения килим у нас есть света, искры и килим. Анах, урод, мицуцин, килим. Общее кли, которое большое, было собрано из множества душ, когда разбилось, оно имело масах и свет, и желание. Так урод, света, которые наполняли кли, улетели вверх, внизу остались искры и килим, ницуцим и килим, то есть желание получать, и в нем решимо. Нужно, чтобы они работали вместе, урод ницуцим и килим, чтобы правильно пробудить один другого, и человек, который ощущает, как все эти три компоненты в нем действуют, чтобы он мог реагировать согласно этому и продвигаться. Поэтому этот общий свет, который приходит свыше, то, что называется Творец, он пробуждает и урод, и нецуцим, и килим, и сопровождает нас к цели. 230 пункт. И было. Так она говорила Иосифу ежедневно. Так она говорила. Это сторона зла, которая поднимается и обвиняет каждый день и говорит перед Творцом, ибо Йосеф олицетворяет Творца, о том, сколько есть бед и сколько злословия, чтобы уничтожить людей. 231 пункт. А он не слушался ее, чтобы лежать у нее, быть с нею. Не слушался ее, потому что Творец являет милосердие миру. Лежать у нее, чтобы она обрела власть править миром. Власть не правит, пока ей не предоставлено разрешение. Лежать у нее — это зивук, соитие. Может ли быть, что святость сойдется со скверной? И отвечает, обильное получение сил от Творца, которые получает сторона зла, чтобы наказывать, считается как зивук.
Ибо изобилие притягивается только посредством зивуга. И потому сказано лежать у нее, давать ей изобилие власти. Есть множество видов связи между парцуфом, высшим и нижним, между Творцом и Творением. Зивук Нешекин, зивук Исодот, зивук Гар, Взад, зивук Гуф, зивука Рухани, зивука Гуфани. Зивук духовный и земной, Гуфани и Рухани. Есть зивук Ибур, Яника и Мухин, в Катнут и Гадлут. Множество видов зивугов. Потому что зивугом называется любой контакт желания со светом, для того, чтобы обновиться и притянуть свет, называется зивугом. Нет других причин, по которым бы творение входило бы в контакт с Творцом. Только при условии уподобиться Ему, когда желает выполнить какое-то действие с ним. 232. А также лежать у нее, это сказано о мужчине, который ляжет с нечистою. Быть с нею, значит давать ей власть и благословение, и помощь, ибо если бы не та помощь, которая была у нее свыше, не осталось бы в мире даже одного человека. Однако поскольку Творец являет милосердие к миру и дает миру помощь посредством нечистой стороны ситра ахра, когда она правит миром, постольку продолжает мир существовать. То есть нужно дать любой точке в сердце, этим разбитым точкам, которые находятся на самом нижнем уровне, какое-то существование, чтобы чем-то наслаждались, как-то развивались, чтобы существовали в какой-то форме. И это форма нашего существования. Мы только представляем себе все мироздание. Дается нам какое-то такое существование. Мы как-то живем какое-то время. Может быть, проснемся. Может, проснемся. Может быть. И действительно, если потом нам покажут весь это, все это кино в своем истинном виде, не так, как мы это видим под нашим углом, а под настоящим углом, мы увидим, что каждое мгновение нашей жизни у нас была возможность проснуться и начать духовный путь с большой скоростью и успехом. Но пока что мы так не реагируем, мы закрыты к бесконечным пробуждениям со стороны решимот, которые приходят, пробуждаются, меняются, пока нас не захватывает какое-то решимо, когда приходит или какая-то общая беда, или индивидуальная беда, какое-то отчаяние, пустота, недостаток цели, общее развитие работает над нами от множества страданий и пути, которые мы прошли, пока мы не начинаем реагировать хоть на что-то. И поэтому все это время развития, пока мы не приходим до Махсома, мы существуем только тем, что получаем питание через систему нечистых сил, через ситру ахра. И поэтому связь к душе должна через ситру ахра. Ситра ахра должна нас кормить, наполнять, притягивать нас к цели, потому что не может быть иначе. Человек не испорчен, и ввести его в действие, в какое-то для того, чтобы он смог ответить на это неисправленное желание. Но вся мудрость, чтобы он чем-то занимался, что кажется ему, будто бы он наполняет свое желание, а вместе с этим параллельно что-то меняется. Меняется в нем, и постепенно он начинает осознавать необходимость в более высшем, более выгодную, более высокую цель. Это, по сути, игра, которую
выполняет Творец с помощью Ситрахр. Поэтому есть у нее место существования и силы для того, чтобы человеку было чем зарабатывать, то есть откуда получать наслаждение и чувствовать себя, что он живой. А пока он живет и бегает за разными видами наполнений, и мы видим, что мы хотим то это, то одно, то другое, но в конце концов ни в чем не преуспеваем, но пока становимся умнее и выбираем цели все более высокие, становимся чуть умнее, появляется выбор. Таким образом происходит наше продвижение. Поэтому и говорится, что Творец оживляет клипот. Сначала говорит «лежать у нее» означает передачу изобилия власти и предоставление нечистой стороне право наказывать. А здесь говорит, что «лежать у нее» означает изобилие управления миром, данного нечистой стороне, когда она правит в мире, дабы мир существовал. 233 пункт. Один вопрос, два толкования. Но злое начало, постоянно соблазняющее людей, чтобы извратить их путь и прилепиться к ним, каждый день и в любое время сбивает людей с истинного пути, чтобы столкнуть их с пути жизни и притянуть в ад. Это одна цель, и злое начало таким образом должно действовать. Это ангел, Малах. Не важно, что называется ангелом смерти. Он называется ангелом смерти, и потому что умертвляет и себя. Человека он как раз-таки приводит к жизни. Здесь есть вещь и обратная ему сторона в этой функции. И что с ним происходит? То, что соблазняет нас с прямого пути, путает нас, показывает, насколько святость нехороша, потому что преимущество света и тьмы. Мы не можем ничего определить, потому что мы творение, кроме как того, что как что-то существует само по себе. Света мы не видим, тьмы мы не видим. Мы можем увидеть только одно относительно другого. И поэтому Ситрахра, этот ангел смерти, наше эго называется помощь от противного. Оно показывает нам, что будто бы святость, она нехороша. И таким образом обучает нас, что как раз все наоборот. Так мы это изучаем, потому что мы не можем напрямую действовать, потому что мы от самого злого начала. Мы не можем тянуться к святости, ее понять, увидеть ее как нечто хорошее. То, что посвящает все свои силы, показать нам, что она плохая, этим он обратным образом нам показывает, что это то, что хорошее, это единственное, ради чего что стоит приобретать. Есть примеры в нашем мире, может быть, не могу быстро вспомнить. Иногда нам, скажем, мы разговариваем с человеком, а до того, как мы поговорили, мне казалось, что он умный. Открыл рот, и я вижу, что глупый. Скажем, то же самое Ситрахра. Ну, не знаю, надо придумать пример. Этим он показывает свою глупость. Старый и глупый царь, то, что называется. Он такой старый, важный, все хорошо, все такой важный. Он требует уважения. Приближаешься к нему, он тебе предоставляет место рядом с собой. Мы ощущаем эти системы в нашем мире. И в обществе. Открывает рот, и мы видим, насколько он глупый. Таким образом продвигает нас к святости. 234 пункт. Счастлив тот,
Счастлив тот, кто вершит добрые дела и хранит пути и тропы свои, чтобы не прилепиться к злому началу, как сказано, и было. Так она говорила Йосефу ежедневно, и он не слушался ее, не слушал того, что она говорила ему каждый день, ибо дух скверный, то есть злое начало, соблазняет человека каждый день, лежать у нее, то есть в аду, и быть приговоренным там, быть с нею. 235 пункт. Когда человек прилепляется к той стороне, он тянется за ней и оскверняется с нею в этом мире, и оскверняется с нею в другом мире. Сторона скверны — это негодяй, мерзость, воистину нечистоты. И к этим нечистотам приговорен тот, кто уводит пути свои от Торы. И к этому приговорены те грешники мира, у которых нет веры в Творца. Тот, кто не собирается приобрести свойство отдачи, кто раскрывает прежде всего признак того, что он идет по истинному пути, каждый раз он видит, что он плохой. Не просто так он говорит, что приступили и были грешники, как это говорится в молитвах на день искупления. Когда он раскрывает и видит свои свойства, он ощущает, что это в нем, он ненавидит себя за это. Он ненавидит эти свойства в себе. В этой мере, из сердца, ему не нужно тогда смотреть в молитвенник, а все выяснение в сердце. Он хочет вырвать эти свойства. И тогда он просит силу, высшую силу, чтобы она пришла и помогла ему. Эта сила только и называется Торой. Только эта сила, которая приходит к нам для того, чтобы исправить зло в нас. И мы определили, что оно зло, хотим от него избавиться. Эта сила называется Торы. Как и сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть Тор — это сила, которая исправляет наше эго относительно ближнего и относительно Творца, но прежде ближнего через любовь к творениям, к любви к Творцу. А иначе это не Тора. Поэтому и сказано, Тора в народах не верь, мудрость в народах мир. Тот, кто находится в эго и не хочет исправить себя, он не направлен, как Ишар Экель, прямо к Творцу. Может быть, что учит много Торы, то, что называется, потому что написано на книжке Тора, но это не Тора, это мудрость. Потому что Торой называется свет, возвращающий к источнику, и все. Может быть, что он учит и Каббалу. То есть написана книга Каббалы и книга Зор, и что-то еще. Но все определяет намерение учащегося человека. А не, собственно, книга. Должна быть книга, как мы и говорили. Зависит от того, на каком языке он учит. Язык Каббалы, язык Зор — это самые близки, чтобы притянуть, привести к нам силу исправления, силу свет Торы. Но пробудить эту силу может только намерение человека. И поэтому тот, кто находится в этом намерении, чувствует, что он плох, может найти, что он не может связаться с другими людьми, находит в себе, что он не думает об отдаче и о любви к ближнему, то просто жаль его времени. Может быть, он обманывает себя в том, что он продвигается. Вся Тора начинается с разбиения, создал злое начало. И поэтому Ситрахра, то, что делает, все эти силы, они приводят нас, в конце концов, к правильному выяснению, но с помощью множества витков. Поэтому, прежде всего, что делают эти силы? Они успокаивают нас, тянут нас к разным целям, немножко отдохнут, немножко путают нас с еще дополнительными вещами нашего мира, которые вдруг кажутся нам важными. Как я вдруг пренебрег этой жизнью, с семьей и так далее, и так далее. 236 пункт. И было в один такой день,
в день, когда злое начало властвует в мире и спускается, чтобы совращать людей. В этот день человек приходит к раскаянию в своих грехах или к тому, чтобы заниматься Торой и исполнять заповеди Торы. И тогда, в то же время, спускается злое начало, чтобы совращать обитателей мира и отвращать их от раскаяния, от занятий Торы и от исполнения заповедей. Занятие Торы, как мы и говорили, это исправление нашего эго, которое мешает нам соединиться с другими и через них соединиться с Творцом. Это занятие Торы. Заповедями называется, что когда мы подходим к исправлению себя, мы видим, что в каждом из нас есть 613 желаний. Все эгоистические. И нам нужно каждое из желаний исправить через связь с каждым ради отдачи. И превращение намерения ради получения на ради отдачи от ненависти к любви и называется выполнением заповеди. И поэтому мы должны выполнить 613 изменений намерений на 613 желаний. Таким образом, мы выполняем 613 заповедей. То, что называется от слова «мицва цивуй» — указание. 237 пункт. Он вошел в дом делать свою работу, чтобы заниматься Торой и исполнять заповеди Торы, что является работой человека в этом мире. Как мы и учим, что все остальные наши действия, они все уже прописаны заранее, и нет у нас там свободы выбора, мы рождены как животные, и никакой в этом у нас свободы нет. Все остальное, кроме духовного продвижения, где у нас появляется свобода выбора в соединении к группе, найти там добавок желаний, продвигаться к целетворению. Кроме этого действия, все остальные действия в нашем мире, что поделаешь, чем заниматься, где учиться, с кем жениться, как продвигаться в жизни, все ежедневное от нас не зависит совершенно, ни на грамм. Все для каждого уже записано и заранее. А поскольку работа человека в этом мире — это работа Творца, то, что человек должен уподобиться Творцу, это в этом, по сути, вся наша работа. Поэтому мы и называемся в этой работе Адам, человек, уподобленный Творцу. Занятие Торой и заповедями должен человек быть героем, подобно льву, со всех его сторон, чтобы не властвовала над ним нечистая сторона и не смогла соблазнить его. И не было никого, кто встанет перед злым началом и поведет с ним войну, как должно. 238. Таков путь злого начала, когда видит, что никто не противостоит ему, чтобы вести с ним войну, сразу же схватила она его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Схватила она его за одежду, ибо когда злое начало властвует над человеком, первым делом оно поправляет и украшает его одежду, завивает волосы, как сказано: «Схватила она его за одежду и сказала: „Ложись со мной“». То есть прилепись ко мне. Завить волосы, говорится о Йосефе. Он был красив, потому что у него были красивые волосы. То есть о волосах мы еще будем учить. Это большие исправления. Ситраха, главным образом, держится за них. Это сеарот, волосы, пеот. Так что он говорит здесь? Если
наше эго, наше желание не видит перед собой какого-то сопротивления, начинает идти так вот кругами и кружить нас, пока все равно не пробуждает нас к работе. Ничего не поделаешь. Он должен, как ангел, как посланец, он должен выполнить свое задание. Он должен раскрыть себя как зло. Поэтому он называется злым началом по своей функции, по своей роли. Он не кажется нам злом, но он должен показать нам, что он зло. Он во зло нам. И поэтому, если мы не видим его заранее, мы не приходим со стороны группы, через книги, вооруженные, опознать его и раскрыть его так вот в правильном виде, то он начинает сводить с ума, он привлекает к себе внимание. И сводит с ума нас. Он крутит нас в разных направлениях, путает нас. Мы начинаем всякие дела разные. Все что угодно, любые глупости. Главное увидеть в конце, когда мы входим в какую-то путаницу, во что-то плохое, от чего нет никакой пользы, но что этим он показывает нам, что мы оставили верный путь. Это как-то работает, стоит с этого взять пример и учиться этому, буквально. 239. Тот, кто праведен, укрепляется против него и ведет с ним войну, как сказано, но он оставил одежду свою в руке ее, побежал и вышел наружу, оставил его и укрепился против него, и убежал от него, чтобы спастись от него, дабы не властвовала над ним. 240-й пункт. В будущем предстоит праведникам увидеть злое начало, как высокую гору. Именно праведники, именно как высокую гору и злое начало. Почему? Почему? За что им это? После того, как он уже праведник, уже все преодолел, все сделал, у него есть силы, он оправдал Творца, перед ним находится гора. Гора его злого начала. И удивятся они и скажут, как же нам удалось покорить эту высокую, высочайшую гору. А грешникам в будущем предстоит увидеть злое начало тонким, как волосок. И удивятся они и скажут, как же нам не удалось покорить такой тонкий волосок. Эти плачут, и те плачут. А Творец истребит его из мира и зарежет его у них на глазах, и не будет оно больше властвовать в мире. И увидят это праведники и обрадуются, как сказано, а праведники возблагодарят имя Твое. Ну, так мы будем праведниками или грешниками? Мы будем и то, и другое. И то, и другое, потому что мы включены из всего. Праведники во мне и грешники во мне, все стоят против горы. Все во мне. И тогда и те плачут, мои свойства, и эти. И тогда приходит Творец, именно, потому что есть две линии, которые раскрываются во всей своей мощи, которую я приобрел, и все мое эго, все мое желание, с другой стороны, я это сделал или не я это все сделал? С одной стороны, будто бы да, я, с другой стороны, не я.
Передо мной злое начало, передо мной злое начало, которое я преодолел. Есть злое начало, которое я не смог преодолеть. Как я мог преодолеть? И как же я не смог преодолеть? И все это вместе раскрывает мне Творец, который раскрывается и входит со мной в зивук, в единство. Но нужно прийти к состоянию, чтобы все грешники и все праведники из всех свойств соединились бы во мне. Что я сделал правильно, что я сделал неправильно, и тогда из всего это, из этой ситуации все прояснится. Тогда я приду к единству. И мы видим, согласно всему процессу, который невозможно пройти в тишине. Весь этот процесс тем, что спускаемся в Египет, то, что было обещано еще Аврааму, и жена Потифара, это уровень человека, который находится на уровне Йосефа, она приходит к нему с разными претензиями против продвижения к Творцу. Нет связи с тем, что мы можем представить себе в нашем мире, будто бы женщина соблазняет человека, мужчину. Другие виды работы, и грешники, и праведники, о чем мы говорили сейчас, все это в одном человеке, между его Малхут, его Нуквой, которая может быть плохой, может быть хорошей, и между мужчиной в нем, его преодолением, он может быть хорошим, может быть плохой, может быть грешник, праведник, старик, и так далее. Хорошо. Алла. Дальше. Статья «Согрешили виночерпие царя египетского и пекарь». 241 пункт. И было после этих происшествий, насколько внимательны должны быть люди в работе Творца, ибо каждый, кто старается в Торе и в работе Творца, трепет и страх перед ним охватывает все. 242 пункт. Поскольку при сотворении мира создал Творец все существа в мире в том образе, в котором им надлежит быть. То есть любое желание приобретает свою форму ради отдачи, ради получения, связь с остальными желаниями, неживым, растительным, животным, говорящим. Все устроено в нашей общей системе правильно, красиво и самым лучшим образом для того, чтобы мы вернулись к истинной связи, которая существует в системе, чтобы мы захотели каждый раз ее раскрыть. Связь существует, чтобы мы правильно захотели раскрыть эту правильную связь. И через это мы изучим систему, мы пропишем ее в себе, будто бы с внешней во внутреннюю форму. И мы будем как, так же, как эта система. Я и она, мы станем одним. А потом создал человека по высшему образу и дал ему власть в силу этого образа над всеми созданиями. И во все время нахождения человека в мире, когда все звери, поднимая голову, видят высший образ человека, все боятся тогда и дрожат перед ним, как сказано: боязнь и страх перед вами будет на всех зверях земных. Но это все только в том случае, когда смотрят и видят этот образ человека, а душа присутствует в нем. Это два уровня. 243. И даже когда нет в нем души, образ праведников не меняется по сравнению с тем, каким был в начале. А когда человек
не идет путями Торы, сменяется у него этот святой образ, и тогда звери полевые и птицы небесные могут властвовать над ним. Ибо поскольку сменился его святой образ, сменился и ушел от него образ человека, и принял он образ остальных живых существ. И потому создания больше не боятся его и могут править над ним. Зор нам объясняет, каким образом мы познаем форму человека. То, что создано из животных, из шор, нешер, бык, орел, дословно. Это свойство. Если мы говорим о том, как задействовать их напрямую, то это уровень животного, уровень ма, животное, как зерампин, который задействует нас. Но когда мы поднимаемся над уровень зерампин, когда получаем силы от бины, этим мы становимся Адам, человеком. Малхут, приходящий на уровень бины, принимает форму человека, Адам. 244. Творец сменяет действия наверху и внизу, меняя святой образ наверху и подобие человека внизу, чтобы вернуть вещи к их истокам, какими они были до греха древа познания, и чтобы проявить свое желание во всех делах мира. И посредством наказаний исправляются все дела мира, даже самые отдаленные. Даниэль, его образ не изменился, когда сбросили его в яму со львами, и потому спасся. Потому что был выше уровня животного в себе, он был на уровне человека, и поэтому этот уровень человека спасся. Ведь сказано: «Бог мой послал ангела своего». Выходит, благодаря тому, что ангел закрыл их пасть, он остался невредим, а не благодаря его святому образу. 245. «Потому я остался невредимым, что святой образ праведного человека — это и есть тот ангел, который закрыл пасть львам и сковал их, охраняя его, чтобы не причинили ему вреда». Поднимает с уровня ма выше, то есть с уровня животного на уровень человека. «И потому, сказал Даниил, Бог мой послал ангела своего, того ангела, которым отпечатаны все образы мира, и он укрепил свой образ во мне, и не смогли львы править надо мной, и закрыл он пасть их. Таким образом, конечно же, послал Творец своего ангела». Ангелами называются силы, силы души в нас. Нет ничего, кроме меня. Моя духовная сила — это не живые, растительные, животные или говорящие. Из чего я строю уровень человека? Уровень человека — это намерение ради отдачи. Воспользоваться всеми желаниями, которые находятся во мне, под этим уровнем. Нет желания человека. Человек — это намерение. Есть неживое, растительное и животное. И все. Если я желаю уподобиться Творцу, я пользуюсь неживым, растительным и животным этими желаниями для того, чтобы построить из них и дальше намерение ради Творца. И это намерение называется человеком, Адам. Поэтому нет разницы между человеком и животным, кроме как намерение ради отдачи. Говорит нам Бааль Сулам, что в чем не преимущество, а как...
Что? Да, пожалуйста, найди нам эту цитату. Только это. То есть, наша форма, физиология и все остальное, соответственно, мы животные. Если пробуждается в нас решимо, которое мы реализуем, это особое желание относительно Творца, то тогда мы называемся людьми. Поэтому и написано в нашем мире, что все рождены животными. Пожалуйста. Из статьи «Это Иуде» написано: «Мы не находим необходимости в желании человека, который не находится во всех видах животного, кроме пробуждения к слиянию с Творцом. Только человеческий вид готов к этому, и никакой больше». И получается, что все понятие «авая» человека находится в этой подготовке его, чтобы стремиться к Творцу, и тем самым он выше животного. И уже говорили об этом многие, что даже человеческий разум мы находим во многих деталях, как у животных. И еще раз, только пробуждение к слиянию с Творцом. Пожалуйста. Пробуждение приходит к нам со стороны точки в сердце, и мы находим над этим только формы единства, соединения между нами. Нет во мне желания стать человеком. Есть желание, соответствующий уровень неживому, растительному и животному. Желание быть Адам — это общее желание, которое соединяет точки в сердце. В самом человеке есть только побуждение к этому. А уровень Адам мы строим, уподобленный Творцу, — это только соединение между желаниями между нами. Пожалуйста. 246. «И это тот ангел, в котором отпечатаны все образы, нуква, от которой происходят все образы в мире. Как сказано, судить будет народы, полно тел, образы всех тел перед ним. Ибо все образы в мире не меняются перед ним. И потому должен человек хранить пути и тропы свои, чтобы не согрешить перед владыкой своим и существовать в образе человека. И так каждый раз или поднимаемся на уровень человека, или падаем на уровень животного. Животное — это в хорошем еще случае, иногда и в растительное, даже в неживое. Тот, кто не находит в себе никаких сил для продвижения, то и уровень, соответственно, называется неживым. Или неживым святым, как мы учим. Человек, который выполняет все, что ему говорят, не задавая вопросов, не исследуя и не продвигаясь в какому-то росту, называется неживым. 247. Йехезкель охранял уста свои от запретных кушаний, как сказано, не проникало в уста мои негодное мясо. В получении ради получения — это запретные кушания, которые могут притянуть сверху вниз. Удостоился, и потому называется человеком. О Данииле сказано: «И решил Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей царя и вином из напитков его. Поэтому удостоился он и существовал в образе человека. Ибо все в мире страшатся образа человека, который правит всеми, и он царь над всеми». Что значит бояться? Действительно, то, что человек получает силы,
связь с Творцом, то все остальные свойства, они начинают в той мере, в которой человек приобретает образ Творца, он начинает раскрывать, что все остальные свойства в нем находятся для того, чтобы служить этому высшему уровню. Это называется, что страшаться. 248. Поддаются. И потому должен человек остерегаться грехов своих и не отклоняться вправо или влево, но вместе с тем, хотя охраняет себя, должен человек проверять себя в отношении грехов каждый день. Ибо когда человек встает с кровати, два свидетеля стоят перед ним и ходят с ним весь день. Представители двух свойств, злого и доброго начала. Два свидетеля. Служители, ангелы, стороны. Всегда двое, всегда двое. Если человек находит, что он все время находится между этими двумя, то это подталкивает его к работе. 249 пункт. Хочет человек встать, эти свидетели говорят ему, когда он открывает глаза, глаза твои пусть смотрят прямо. Встает на ноги, чтобы пойти, эти свидетели говорят ему, протаряй стезю ног своих. И потому, когда человек идет, должен он каждый день остерегаться грехов своих. 250. Каждый день, с наступлением ночи, должен он осмотреть и проверить все, что делал весь этот день, чтобы раскаяться в делах своих и будет осматривать их всегда, дабы раскаяться перед владыкой своим. Как сказано, грех мой всегда передо мною, дабы раскаяться в них. То есть и в добре, и в зле, неважно, в каких свойствах и состояниях находится человек, какой вид приобретают, какие случаи проходят над ним. Все время должен видеть себя, как сказано, навсегда человек увидит себя наполовину обязанным, наполовину в заслугах. Два ангела или возможности, все, что раскрывается с ним с правой, с левой стороны, если правильно воспользуется двумя этими силами, которые к нему приходят в виде ангелов, управляющих им, то он будет управлять ими, и с их помощью будет продвигаться к Творцу. Если он берет их для того, чтобы продвигаться, уподобиться Творцу, тогда он управляет. Если в любом другом направлении, то они управляют. Одно из двух, и не может быть иначе. Поэтому или уровень человека, когда он уподобляется Творцу, и в этом нет выбора, выбор только в направлении. Или уровень животного, тогда он падает под их управление, и тогда ни направление, ничего, уже ничто не выбирает. Пока страдания, путь страданий возвращают его к ответу. Да. 251 пункт. Когда были Израиль на святой земле, не было в их руках греха, потому что жертвы, которые приносили ежедневно, искупали их. То есть Израиль были человек, который находился в святом желании, в святой земле Эрец-Кодеш, со святым желанием. Он приносил жертву каждый день, жертву. То есть все больше исправлял себя изо дня в день, становился все ближе. Коров, близкий курбан, жертву, однокоренные слова. От того, что он приносил жертву от неживого растительного животного, переводил на уровень человека,
на уровень Ашан, Улам Ашан Нефиш, переводил это к слиянию, к святой работе, то, что называется, к отраженному свету, то, конечно, не было никаких грехов и никаких проблем, если могли в таких состояниях мы находиться, внутренних находиться в Святой Земле и изо дня в день поднимать жертву. Теперь же, когда изгнаны Израиль из земли, и некому искупить их, искупает их Тора и добрые дела. То есть мы уже не способны быть в святом желании ради отдачи. Мы не можем быть в соединении между нами, в любви к ближнему, а в ненависти к ближнему, и нет ничего посередине. Нет у нас жертвоприношений, мы не можем выделить из себя на ради отдачи, что-то добавить. Мы вообще не находимся изначально в форме ради отдачи. И поэтому все наше состояние — это отрыв от духовного. Мы не ощущаем, у меня нет ни единого желания ради отдачи, в котором я бы мог раскрыть, почувствовать себя Творец со светом в себе. Поэтому это состояние называется галут, изгнание. Ибо Шхина находится с ними в изгнании. А тот, кто не смотрит на пути Творца, заставляет Шхину унижаться в прах, как сказано, «Низверг он его, поверг на землю». Да, но все-таки находится с нами. Что значит «с нами находится в изгнании»? Когда я нахожусь в любом из состояний, у меня есть возможность все время пробудиться и раскрыть божественность. Есть такая возможность, называется «Шхина в галуте». Она все время находится перед человеком. Если человек слышит, видит, чувствует, что хоть в каком-то форме находится со своим внутренним желанием получать у себя внутри, в точке, в сердце, находится на связи с целью творения, хоть немножко слышит, уже называется, что Шхина находится с ним. То есть то разбитое состояние — это обратная сторона исправленного состояния, Шхина в изгнании. Это его истинное состояние сейчас, которое он ощущает, духовное как зло, как притягивающее, ничего хорошего. Он сам определяет, что оно в изгнании, и может перевернуть его, и тогда Шхина станет в возвращении. Да. Пишет Бааль Сулам в статье «Шамати Кухавзайн», «Изгнание — это то же самое, что избавление, только разница в букве Алиф, то есть необходимо продолжить величайшего в мире в это изгнание, и тогда мы сразу чувствуем избавление. Что это тайна всего? То, что находилось в сохранении, было для того, чтобы восполнить все, что было потеряно». И это означает, что есть как внизу суд, так и наверху. Да. 252 пункт. «А тот, кто прилагает старания в Торе и добрых делах, приводит к тому, что собрание Израиля, то есть Шхина, поднимает голову посреди изгнания. Счастлив удел тех, кто прилагает старания в Торе денно и нощно». И денно, и ночно. Во всех состояниях, светит или не светит, если человек идет и преодолевает, невозможно двигаться только в свете за свой счет, и невозможно только ночью. Необходимо оба этих состояния укрепиться. И был вечер, и была ночь, первый один день. И так у человека будет вместе со Шхиной. Шаг вперед будет и день, и ночь, но начинается с ночи. 253. Творец осуществляет кругообороты в мире,
чтобы вознести голову праведников. То есть проходят через нас сам разные внутренние состояния, чтобы наши праведники восстали, пробудились. Ибо для того, чтобы вознес Йосеф голову в мире, за то, что был праведником перед ним, разгневал Творец Господина на слуг его, как сказано, согрешили виночерпие царя египетского и пекарь перед господином своим, царем египетским. И все это было, чтобы вознести голову Йосефа праведника. Посредством сна унизился он перед братьями, и посредством сна возвысился над братьями, и возвысился над всем миром посредством сна фараона. 254. То есть встал из состояния очень низкого. У него не было ничего. Сон, но это буквально смерть. И из такого состояния как раз человек встает и продолжает до уровня, пока становится управителем всем своим большим желанием. То есть он был под этим большим желанием, то, что называется, в Египте, в тюрьме, в самой презренной форме, и во сне, в отрыве от всего. И поднял себя, пока не стал властителем всему этому большому желанию, под которым находился. И тогда приходит на уровень Йосефа. То есть единство и реализация всех свойств отдачи вместе в зивуге с Творцом. То, что человек делает, то, что мы делаем в зивуг с нашим желанием получать, на ради отдачи, это зивуг с Творцом. 254. «И увидели сон, а все сны воплощаются вслед за истолкованным устами. Почему Йосеф не дал обоим хорошую разгадку? Однако же эти сны были о нем самом. И поскольку знал суть и корень происходящего, он открыл им сон должным образом, дав каждому из них разгадку, чтобы вернуть все на свое место и к своему корню». 255. Мы не так. Мы хотим лучших, хороших решений с обоих сторон. Передо мной возможности и со злым началом, и с добрым началом я хочу и здесь преуспеть, и здесь преуспеть, а он нет. В этом примере тот, кто хочет продвигаться, должен решить задачу так, как он говорит, только в направлении истины. Даже если это не в твою пользу, ты не преуспеешь с одной стороны, а ты очень хочешь заработать в обоих направлениях, не получится. 255. «И сказал Йосеф, у Бога разгадки». Он сказал это, потому что так нужно толковать сон, возлагая разгадку на Творца. Ибо там существование всего, и в нем находится разгадка. 256 пункт. Как мы знаем, ступень сна находится внизу. Это шестая ступень относительно пророчества, поскольку от того места, где пребывает пророчество, до ступени сна насчитывается шесть ступеней. И разгадка сна поднимается со ступени сна на другую ступень. Сон — это ступень внизу, в Гавриэле. И разгадка стоит над ним, так как разгадка зависит от речи, то есть нуквы.
И потому все зависит от речи. Как сказано, разве не у Бога истолкование? И это нуква, которая называется Бог, Элоким. Здесь есть нечто, относящееся к кли, и что-то, относящееся к свету. Сон, мы знаем, это 1/60 смерти. Сон — это 1/6 пророчества со стороны света и со стороны кли. Не путайтесь. Хотя это и не страшно, но все-таки, когда мы говорим об этом, чтобы было хоть как-то... было ощущение разницы. Со стороны кли или со стороны света мы говорим. Вопросы? Давид из Нью-Йорка спрашивает, почему всегда все начинается ночью? Ну, это согласно этой фразе, этому принципу создал злое начало, создал Тору приправу. Я раскрываю свою жизнь, как тьму, ночь, как неудача, когда я на своем уровне не могу реализовать себя, наполнить себя. Это общее состояние, в котором нахожусь я. Я не говорю сейчас о человечестве, Зор не говорит о всей этой глобализации. Он говорит о глобальном человеке. То, что я, так я раскрываю тьму. И поэтому и был вечер, и было утро. Один день. Так и в Торе, и во всем остальном. Так мы начинаем, раскрывая зло. Иначе для чего нужна Тора? Исправление. Что мне исправлять? А тьма, и ночь, и вечер. Это все раскрытие злого начала. Это не просто мне плохо. Я должен понять, почему мне плохо. Плохо мне из-за моих желаний, моих свойств. Их мне нужно исправить от безвыходности, иначе я убегу. Для того, чтобы исправить зло в себе, чтобы мне стало хорошо, все это называется пока еще лолишма. Я стремлюсь к духовному для того, чтобы мне было хорошо. И немножечко для Творца, чтобы было хорошо. Я уже думаю о двоих. И о себе, и о нем. Это называется лолишма. А уровни лолишма, когда я все больше думаю об отдаче, и все меньше думаю, чтобы мне было хорошо. Свет так влияет на меня, что он устраивает такое соотношение. Когда я прихожу к самой продвинутой ситуации, когда болен я любовью, то, что называется, желаю я только отдачи, только соединения, и ничего кроме этого. А для себя ничего. Буквально киста дыхаюта, чтобы было только минимальная необходимость, насущая, чтобы осуществить эту отдачу. Тогда я перехожу на вторую сторону, другую сторону монеты, на форму отдачи. И это называется лишма, когда мои намерения уже не для меня. Так мы продвигаемся. Будем надеяться, что мы к этому придем, а пока мне говорят, что мы должны закончить. И как обычно, из-за того, что все наше постижение в общем кли, в соединении между точками в сердце, нет ни у кого более чем одна точка. Давайте подумаем о соединении наших точек для того, чтобы раскрыть скрытый мир. Shevet Achim Gam Yachad Inemato Shevet Achim Gam Yachad.